Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня у нас на повестке дня три вопроса. Первый — свободный опыт, где его брать, как получить 75 тысяч свободного опыта на дурняке и еще 25 в течение месяца. Ну и два вопроса оставшихся — это кто лучший обзорщик по Блицу в YouTube и почему именно я. На последние два вопроса вы сможете получить ответы, подписавшись на мой канал хотя бы на две недели. Больше чем уверен, что за эти две недели каждый день выходящие видео убедят вас в том, что канал действительно стоит вашего внимания. Спасибо большое за благовременно за ваше доверие, за продвижение канала, помощь в этом. Подписывайтесь, я уверен, нам с вами по пути. Ну а что касается первого вопроса, то я думаю, что в первую очередь нам необходимо с вами, ребят, расставить все точки над «и», для того, чтобы мне не писали гневные комментарии. Ребят, данное видео в первую очередь предназначено для новичков, для тех, которые не знают, что, почем и зачем, ну и, соответственно, хотят иметь информацию о нашей с вами игре. Чем больше они будут знать, тем полезнее они будут в бою и тем легче нам будет побеждать. Поэтому, ребят, те, которые играют долго, пожалуйста, не пишите гневных комментариев, лучше поделитесь своим мнением, если вдруг я чего-то забыл, ну, либо что-то уточните, если я в чем-то просчитался. Итак, ребята-новички, что такое свободный опыт и зачем он нужен? На примере своей ветки Германии покажу вам. У меня есть открытый ВК 100.01p. И давайте предположим с вами, что мне крайне сложно на нем играть, несмотря на то, что я уже открыл на нем топовое орудие, топовый двигатель, но он все равно очень тяжелый, и мне не хочется дальше на нем играть. Как мне открыть себе 9 уровень, с учетом того, что здесь я заработал 43 тысячи? Правильно, добавить свободный опыта. Вот здесь мне предлагают добавить свободки, когда дальше буду прощелкивать, соответственно, с вот этого счета свободного опыта у меня свободный опыт снимется, добавится недостающая сумма сюда, ну и, соответственно, я открою себе 9 левел. Сколько дают и где брать свободный опыт? За ваши победы вам будут начислять свободный опыт. И вот обратите внимание на результаты вот этого боя. На 10 уровне я получил мастера, набил 3400 урона, сделал 2 фрага. Но по результатам моего боя, с учетом того, что у меня был активирован прем-аккаунт, мне начислили всего лишь 103 единицы свободного опыта. Много? Нет, абсолютно, ребят, немного. Так каким же образом получить большую сумму свободного опыта? Все мы знаем, что в ближайшее время у нас будет вот такой вот ивентик на слив ресурсов, там, где можно будет свободку обменивать на брилики, ну и, соответственно, эти уже брилики обменивать на какие-то хорошие призы. И плюс к тому, ребят, вот такая вот веточка тяжелых танков новая ждет нас, а значит, свободный опыт всем нам нужен в максимально больших объемах. Так вот, ребят, где брать этот свободный опыт и как его получать? Ну, в первую очередь, играйте в режимных боях, там начисляют гораздо больше. На данный момент открытых режимных боев нет, но когда они будут, вот здесь появится дополнительная возможность выбрать себе режим боя в виде какого-то режима и покатать в нем, там добавляют свободки чутка больше. Обязательно, если вы играете с портативного устройства, типа планшета либо телефона, после боя просматривайте рекламу. Но только смотрите тогда, когда вы хорошенько, классно запотели, имеете хорошие результаты, и именно их вы хотите приумножить. Вы имеете такую возможность всего лишь 5 раз в день, поэтому, ребят, не разменивайте такую возможность на бои, в которых ваша результативность была не очень хорошая. Еще вам будет помогать прем-аккаунт. Сейчас с прем-аккаунтом немножко сложно, потому что из халявных контейнеров прем-аккаунт забрали части сертификата на него и добавили приказы, за которые вы будете получать x4 x5. Хорошо или плохо, это не тема сегодняшнего видео, просто знайте, что вы можете ставить себе прем-аккаунт, ну и, соответственно, таким образом тоже увеличивать количество получаемого свободного опыта. Также помогают x5. И эти X5, ребят, они помогают, я бы сказал, довольно существенно. Единственная проблема заключается в том, что в нашей игре до сих пор сертификаты, вот эти вот X5, они не имеют в себе возможности отменить их. То есть вы можете, если у вас есть X5 конкретную, на конкретную машину, то да, вы, безусловно, их выкатывать будете только тогда, когда на конкретной машине заедете в бой. Но если же вы имеете универсальные сертификаты X5, X4, X3, то они автоматически срабатывают на каждой победе. Соответственно, выбирайте в этот период те машины, которые вам больше всего подходят. Ну и, соответственно, в 5 раз больше, допустим, в данном случае получаете свободного опыта. А согласитесь, на том бое, который я показывал, это уже 500 свободки. Что касается, ребят, еще дополнительных возможностей по получению, то это контейнеры. И вот в контейнерах, ребят, раз в неделю вы можете открыть себе контейнер,
который является самым большим по призам, это действительно так и есть, и здесь у нас есть от 6 до 11 тысяч свободного опыта. И эти 6 тысяч вы не то чтобы гарантированно получаете, но я больше чем уверен, что усредненно за месяц свою десятку свободного опыта вы в любом случае с этого контейнера заберете, просто не ленитесь 4 раза в месяц открывать данный контейнер через каждые 7 дней. Ну, по-моему, задача крайне простая, но и выполнима абсолютно всеми, вне зависимости от того, насколько хорошо вы играете. Плюс к тому, если вы играете с портативного устройства, вы знаете однозначно по поводу того, что вот здесь вот у вас появляется значок о том, что вы можете просмотреть рекламное видео. И когда вы просматриваете рекламное видео 3 раза в день, а всего вы можете просмотреть 5 рекламных видосов, вы выполняете боевую задачу. Здесь она у меня не отображается, потому что я не на портативном устройстве, но был бы я на портативке, здесь было бы еще просмотреть 3 видео. Ну и, соответственно, вы забираете здесь ни много ни мало, а целых 1500 свободного опыта. Это просто обалденно, потому что в целом за месяц у вас получается 45 косарей. То есть чувствуете разницу? За бой на Super Conquire вы получаете 100 единиц свободки и должны на эти 1500 отыграть 15 таких боев. А это немало, ребят. А здесь получаете полторушку, ну просто на дурняк. Я понимаю, что 100 свободки это типа как... ну, совсем бы мало, да, мелочь. И я бы сказал, это больше похоже, знаете, как говорится, с миру по нитке, голый весь нит... Нет, не так. С миру по нитке, бедному веревка. Ну, короче, суть вы поняли. С миру по нитке что-нибудь себе сошьете. Но в любом случае, если вы будете ставить себе прем-аккаунт, бустеры и подобные улучшалки, плюс еще X5, X4, то, соответственно, ваш заработок за бои больше, а здесь еще и за рекламу на дурняк можете получать. Но и еще одним хорошим способом получения свободного опыта является прохождение ежемесячных батл-пассов. И для этого нет необходимости донить. Если вы не будете донатить, то вы в любом случае проходите верхнюю цепочку. В целом, пройти ее не так уж и сложно. Дойдите до 56 уровня, выполняйте боевые задачи. Ну и в целом, ребят, вы можете получить только по верхней цепочке 10 тысяч свободного опыта в месяц, а плюс еще и сейфов, которые даже если вы не будете улучшать, с вот этого сейфа по свободке вы можете забрать 10 тысяч свободного опыта. Он всегда доступен к открытию, вне зависимости от того, задонатили вы себе на особый пропуск или не задонатили. А теперь давайте посчитаем, что у нас получается. 45 тысяч вы получаете, просматривая рекламу каждый день. Из контейнеров вы получаете в среднем в месяц тоже 10 тысяч, того 55. Еще 20 тысяч по 10 тысяч, ну, 10 тысяч сейфов и 10 тысяч с верхней цепочки, того 20-ку, вы получаете, ребят, из батл-пассов ежемесячных. Таким образом, получается, что 75 тысяч свободного опыта у вас уже в кармане, просто на дурняк, ничего, в принципе, не делая, играя, выполняя боевые задачи. В целом, по-моему, очень даже неплохо. Ну и остальные 25 тысяч, так чтобы до сотни дотянуть, я больше чем уверен, вы сможете собрать, используя X5, используя бустеры, используя тот же самый прем-аккаунт. Короче говоря, просто играя хорошо и качественно. Таким образом, свои 100 тысяч свободки в месяц вы получить однозначно сможете. У меня сейчас на счету 600 тысяч свободного опыта, и, ребят, я не покупал ни одной из этих звезд. Я все это зарабатывал. Чего и вам желаю. Если в это видео произвело на вас впечатление позитивного видоса, того, которое дало вам плюс-минус какое-то понимание и объяснение, что такое свободный опыт и как его получать, обязательно ставьте лайк под этим видео. Те ребята, которые хотят что-то уточнить или хотят, наоборот, написать какое-то уточнение, пожалуйста, пишите в комментариях, по возможности отмечу всем. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Возвращайтесь на канал. Пока-пока!